Жан пошел на секонд-хенд, и там его избили. В школе мальчик соврал, как на самом деле это произошло. Поскольку Игорь Сергеевич на больничном, заменять его пришел Антон Владимирович. Для него это шанс быть ближе к Дарье, но директриса игнорирует его. Ваня же начал ухаживать за Натой и даже подарил ей цветы. Но Ната все еще боится выступать вместе с группой. Тем временем муж преподавательницы физики пришел в школу и угрожал Паше. Посмотреть 24-ю серию сможете 27 сентября.